Каспийске стартовала акция «Новый год в каждый дом», организованная в рамках всероссийского движения «Мы вместе». Она направлена на поддержку военнослужащих и мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей. Сбор проходит в центральной библиотеке. Вот к нам уже приносят от семьи, там, от организации, приносят подарки, предметы гигиены, продукты питания. Сегодня в акции принял участие глава города Борис Гонцов. Вместе с супругой и внуками он передал сладкие подарки для детей военнослужащих. Также внуки Бориса Ивановича написали трогательные письма солдатам. Мы приглашаем всех принять участие в данной акции, тем самым нося свой вклад и приближая Час Победы.